Здравствуйте. Я пользуюсь трехточечным ремнем Зубр довольно давно. До недавнего времени никаких претензий у меня к этому ремню не было. Но вот начались самопроизвольные расстегивания верхней застежки при переноске на плечи. Ружье у меня довольно тяжелое, и во время ходьбы происходит это, видимо, как-то приблизительно вот так вот. Вот. И застежка расстегнута. Повторяю, ружье у меня довольно тяжелое. Других-то может быть не происходить. Как оказалось, проблема очень легко решается даже в полевых условиях. Крепление становится более надежным и остается таким же быстроразборным. По сути, нам всего лишь потребуется немного изменить способ застегивания. Нужно просунуть язычок в пряжку, но не до конца, как обычно, а в образовавшуюся петельку вставить обычную спичку. Вот так. Такое крепление уже не расстегивается, а спичка не выпадает при носке. Вместо спички можно использовать кусочек алюминиевой проволоки. Загнув концы, вы надежно закрепите его в застежке, а при необходимости легко демонтируете.